Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов по приглашению ректора КФУ Ильшата Гафурова посетил лабораторию учебной аудитории Казанского университета. Цель его визита в Татарстан – это выступление с лекцией на тему «Человеческий капитал как ресурс развития России в среднесрочной и долгосрочных перспективах». Сразу после лекции гости из Москвы продемонстрировали возможности химического института, института геологии и нефтегазовых технологий, института физики и, конечно, лаборатории исследовательские центры Института фундаментальной медицины и биологии. За время небольших экскурсий гости продемонстрировали результаты работы ученых Казанского федерального. По их словам, знания, полученные здесь, в будущем позволят спасать жизни людей. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.